Прием-прием, друзья, на связи Шедимен. Леди Леска. Или в кубик, привет, друзья! Добро пожаловать в рубрику 10 секунд, 1 минута и 5 минут. Сегодня мы будем строить новые лабиринты и посмотрим, что из этого у нас выйдет сегодня. Но прямо сейчас у меня для тебя есть интересный челлендж. Представь какой-нибудь цвет. Вот прямо сейчас у тебя в голове всплыл какой-то цвет, и какой именно ты прямо сейчас напиши в комментариях, и будет интересно почитать, у кого что в голове в эту секунду появилось. Ну и, естественно, обязательно также не забудь поставить лайкос под этот видос, для того, чтобы лето уже как можно скорее наступило, закончилось учебу. Потому что идет уже как ко мне очень-очень долго все это дело. Ну и подписывайся на наши телеграм-каналы и не забывай про мерч, который находится в описании. И подписывайся, конечно же, на наши каналы, в принципе, чтобы в будущем ничего не пропускать. Ну и мы готовы начинать первый раунд за 10 Погнали. Секунд. Лабиринт всего лишь за 10 секундочек. Фу, ой, как же давно этого не было. Задача. Да. Погнали? Так, я готов, можем начинать. Итак, 10 секунд. 3, 2, 1... Начали, поехали. Так, начинается строительство мега крутого лабиринта. Па-пам-па-пам-пам. Так, это сюда. Ой-ой-ой. Так, мы это быстро вот так вот все отодвинем. И стоп, время вышло. Нет, я вообще ничего не успел построить, ребят. Я вообще не понимаю, что это у меня за какую-то землю получилось. Так. Ладно, я остановилась, это жуть. Фух, согласен, у меня тоже жуть полная получилась. Да, давайте, наверное, сразу будем проверять по очереди. К Нубесу идем? Да, погнали к Нубесу. Посмотрим, что у Нубика. Вау, ты так. Много успела, Нубеска. Ну, я, в общем, задумала тут как-то вот так вот сделать, так, чтобы было два входа, два варианта, не то, чтобы просто один вход. Вау. Да, тут можно заходить, выходить откуда угодно и... Проветривается. Бесчисленное количество раз проходить этот лабиринт. Ну что, 10 секунд, это 10 секунд, что, на самом деле, ну да, с другой стороны, что тут можно было еще успеть за 10 секунд, так что... Да, конечно. Какие-то повороты есть, и уже как бы неплохо, с другой стороны. Нубик, не комплексуйся, не комплексуйся. Так, пойдемте к Леске. Что там у Лески, интересно? Проходите, ребятушки, проходите. Я, кажется, я понял. Вижу, наверное, да. Будут. Тут немножечко свет как-то просвечивает, и поэтому что-то какие-то мысли сразу Слушайте, появились ну на с вами этот вообще вот, знаете, вот вы читеры и читеры. Вот, так мы уже просто. Мы просто вообще-то знаем, мы на опыте. Не договоришься. Да, с вами, на скеле, на товарищи. Скелухе просто вывозим на скелухе, все. Да. На скелете, Леска, ну ничего себе. Приходит с опытом. Ко мне не пришло пока еще. Так, ну что, пойдемте а ко мне. Короче, вход вот здесь, ребят, вот сюда падайте просто. Прикольный. А я думаю, что за такие эти дырочки тут какие-то. Если не убиваешь. Ой, если. Как ты успел? Если ты не успеваешь построить, то успей просто сломать. Просто как говорится, ломать, сломать, не строить. Да, и вот вам яркий пример того. Шеди, ты, конечно, вообще даешь. Это, конечно, нечто. 200 IQ moment, Нубик. Вот так. 200 IQ moment. Так, а сейчас у нас минута, да? Да, целая минута. Я готов. Так, так я сейчас я чуть-чуть подберу еще материальчики, которые у меня тут есть. Я тоже, подожди. Фух, так, и, наверное, мне еще понадобится вот эта вот история, чтобы точно все это успеть сделать. Целая минута. Так, ну, короче... Минута это не 10 минут. Я готов, ребят. Да, я тоже готова. Давайте, я тоже. Так, ладно, не буду Опа, эту штуку делать. 3, давайте. 2, 1. Начали. Одна минута пошла. Ой, пупса, давайте, давайте. Так, только сильно надо разгоняться, потому что одна минута не 10 минут, поэтому не надо сейчас. Да, лучше не гнать особо. Ой, это правда. Гнать не то, что в смысле быстро строить, а в смысле того, чтобы сильно много не строить. Я понимаю, да. Чтобы успеть все это дело правильно, красиво тут сделать у нас. Так, давайте, елки-моталки, это прям, слушайте, это, по-моему, вот я как раз-таки в этом плане уже разогнался, но я все-таки успею все это дело. Не успеваешь? Я постараюсь это дело как-то подправить. Давненько мы с вами данную рубрику не записывали, и поэтому, кстати, знаете, да. Немного глазомерно этот счет подсломался, и ты навык не знаешь... потерялся, что ли? Да, не знаешь, когда это... Да. Как бы не переборщить. Так. Оп, так, это здесь, это здесь. Но вообще, мне кажется, за минуту я Господи, не нет, я прям совсем не успеваю, ребят. Оп, оп. Так, сюда, с этой стороны, оп, оп, оп. Это здесь, это отсюда. Так, это ты куда пошел? И стоп, ребят, время вышло. Так, я Ой, вот здесь ладно, вот только не сейчас. Сказать, что прям много времени у меня. До конца Ой, сделаю, все, короче. Все, пускай так, короче, останется. Не знаю. Ах. Я готова. Погнали. Нубик, к Нубику. Да, пойдемте к Нубику. Погнали. Так, уже целая Всё, минута. Тот же желтый. Ну, да, тот же желтый цвет. Ничего себе, как много поменялось. Так, можно проходить. Так, и у Нубика как будто бы, да, что-то здесь добудет. Ловушки, у Нубеса. Ну неплохо, да, неплохо, шедоврно. Ну, хотя бы ловушки, я же хотела, надо было что-то Опа! Же такое, знаете. А почему тут такой блок-то какой-то такой земляной? А я не знаю почему. Опа, Нубес, ну мы прошли твой лабиринт. Молодцы. Ну, прикольно, прикольно. Жестко.
реально жестко. Нет, я случайно удалил вещи для третьего лабиринта, ребят. Там столько всего заготовлено было, да. Ну ладно, ничего страшного, попробую как-нибудь успеть без этого. Ну что, минута. Слушайте, честно скажу, как будто бы... Не знаю, можно было бы и больше построить, мне кажется, за минуту. Вот. Ну, Бесса, может быть, ты думала долго там и еще что-то? Думала долго. А что тут думать-то, Нубик? Думала. Так да. Ой, ладно, пойдемте к леске. Давайте, заходите, так, проходите. У Лисоуни необычный блочок тут берется. Да, я решила вот такую красоту применить, он мне очень понравился. Ты-дыщ. Так, вот у лески прям реально ну, такой лабиринт-лабиринт прям появился. Вернее, получился. А, прям... Куда, куда? Что? Что там? Нубик, а что ты, куда? Что? О, вас... я прошел. Во, молодец. Нубик, выход как бы ищи. Надо искать выход, да? Ну, не обратно выйти зайти, это нечетово. Так. Используй тактику лески. Такая голова бьется из стороны в сторону, просто квадратная. Ну? Нубик, а ты не прошла, давай проходи. Ладно, о, а как смотри, тут пройти-то? Ну, проходи. Нубик, мы спешим, что ли, куда-то? Проходи и пытайся найти вход. Слушай, здесь как-то грамотно расположила, даже так и сверху. То есть это такое место, знаешь... ты вообще туда не попадешь. Потому что я думала вначале вот там, впереди в конце. О, получилось, наконец-то. Вот так вот, слушай, прикольно. Это было неплохо. Мистер Неочевидность моя. Вот у Лески прям видно, как она прогрессирует. 10 секунд прям, совсем немножечко. Ой, умничка какая я. Да, вот минута уже прям много. Так, пойдемте ко мне. Короче, смотрите, идея была в том, что, получается, здесь должен был быть подводный лабиринт, и здесь должно было быть сверху стекло, чтобы не выплыть. Так что попробуйте его пройти снизу, не выплывая. Да. А, тут вход. И, наверное, в идеале нужно это выживание делать, но, в принципе, я думаю, то, что и так пойдет. Пойдет так, да? Я думаю, то, что 5 минут уже будет выживание. Ура, прошла. О, давай, да. О, ну Бесса сразу прошла. Я не в ту сторону. Я всегда не в ту сторону иду в лабиринте. Всегда. Там-пам-пам. Ты просто смотри, ой. Между тем, как выйти. Это тот выход, да? Леска немного спустя. Да, все правильно. Короче, такая маленькая коробочка. Прикольно. Лабиринтовый бассейн получился. Круто. Ну все, я тогда вот тут перелетаю, к 5 минутам надо подготовиться. Да, пойдемте, к 5 минутам надо что-то построить. Я тогда новую балку буду использовать. Крутое. Так, да, а я пока что, короче, все, что я себе случайно удалил, я, наверное, сейчас это по-быстренькому возьму назад. Ой, такой блок интересный будет у меня быть. Так, это сюда мне понадобится. Так, также мне обязательно потребуется вот этот предметик. Так, и еще вот это. Так, и да еще и вот это все. Короче, не знаю даже, как я буду успевать за 5 минут столько всего построить, да еще и без топорика, подожди, главное все это делать. 5 минут? Да. А, не 10, что ли? Нет, у нас не было никогда 10 минут. В лабиринтах. А, постройка же, да, у нас же не было, точняк. Ну что, я готов. Давайте. Да, давайте, я тоже готов. 3, 2, 1. Начали. 5 минут пошли. Так. Так. Нужно... У вас прям уже идея есть, да? Я не знаю. Как бы еще не оглохнуть от каких-то непонятных криков Нубика, который говоришь, пожалуйста, не делать, а он делает почему-то. Так, а там что-то само делается у Нубика, мне кажется. Так, теперь можно... Неконтролируемый какой-то свист. Так, куда-нибудь в эту сторону, что ли, пройти. И это будет нелегко, конечно, нелегко. Слушайте, есть у меня задумка, если успею ее реализовать. Да, задумочка у меня тоже есть. Лабиринты строить, это очень тяжело, потому так, что... сюда. Ну, там... Так, чтобы не запутаться, ой, я сразу все поменяю. Что, Доня, а ты используешь этот молоточек там? Что нет, без топорика, я сказал, без топорика. У нас главная суть в том, что топорик мы вообще не используем. А я вот не умею, поэтому я не использую. Так что, Нубик, давным-давно уже можно было бы, кстати, научиться. И твои бы постройки в челленджах... Был бы интерес! Твои постройки в челленджах, они бы настолько преобразились бы. Это было бы очень круто. Да, важно, Нубик, прогрессировать, а не наоборот. А у меня нет прогресса. А вот я и про это и говорю. Ну, мы видим, Нубик, у тебя все желтого цвета. А зато нет регресса. То есть нету прогресса, но регресс... У тебя, Нубик, не регресс, у тебя регресс какой-то идет. Вот. Думайте, думайте. Это ты, конечно, в тему, да. Так, это сюда поставить. Ёлки, нет, ребят, по-моему, это что-то слишком. Я сейчас посмотрел на таймер, сколько времени прошло, а прошло уже тем временем более чем полторы минуты. Не, еще не половину, но... Так, слушайте, мой проект я просто не успею построить. Нубик, полторы — это 1,5. Полторы. Так, это сюда. Полторы!
Тут слышишь, что делает она? Да, слышу, у меня аж в ушах резко закладывает все, как слышу хорошо. Вот что говори, что не говори. Вот реально. Неисправимый человек. Обидно, обидно. Извините, что так, я так больше здесь... не Господи, не как это реально успеть? Просто я не понимаю. Еще надо все там... Еще кое-какую штуку проделать, которую я планировал. Так, давай. Надо еще стены возвести. Я просто вначале сделала по одному блоку, а сейчас стены возвожу, потому что так, так будет проще. Так, последняя, получается, сейчас у меня вот эта линия идет. Сделать, а потом уже я ее поднимаю. Возвести. Так, теперь мне нужно что? Yeah. Во-первых, это вот сюда. Так, это у меня уже взято. Так, это сюда берем. Например, будет... Пим-пам-пам, пим-пам-пам. Так, раз. Так, сразу давайте. Все делаю. Два хотела, и три. Все, это в это место. Так, потом следующую штучку кладем в это место. И следующую штучку кладем вот в это место. Так, а теперь вот здесь вот. Ой, получается, ну Боуни или Сони попадут вот в такую историю. Так, сюда. Пам-пам-пам. Так, обязательно нужно еще добавить вот эту панельку интересную. Вводим. Так. Я сейчас кое-что хочу сделать, получается. Отлично, все работает. Так, так теперь вот сюда. Пум-пум-пум-пум. Это так, очень опа. Тяжело на самом деле. Без топорика прям это... Когда нужно опа. Бесконечно кликать это все дело, это да. Да, это я согласна. Много успеть тяжело. Да. Так, например, вот какую-нибудь вот такую комнату уже забацать. Кое-что делать хочу, кое-что делать так. хочу. Так, сколько времени остается? Времени остается минута 23. Да, времени совсем остается очень мало. Так, и к сожалению, у меня не получится, наверное, тут сделать много всего. Так что я сделаю вот так, все проще. Раз, два, три, четыре на всякий случай. Потом добавить обязательно вот это здесь. Так, ну и еще целая минута. Хотел бы я сказать, но всего лишь минута на самом деле остается. На самом деле, да, всего лишь не целая. Так, здесь, здесь. Потом пройти вот сюда, пройти вот сюда. Так, так это выживание в этой стране. Да, проходим. Да, я думаю, то, что будем проходить выживание, для того, чтобы полностью ощутить всю мощь. Так, это будет в этом месте находиться. Отлично, здесь готово. Так, и все ли я сделал? Так, а нет, сделал я еще не все. Так, пам-пам. Выходим. И, к примеру, как награда, типа на выходе, вы вот такую штучку тут получите. Интересную. Опа. Так, сюда. Ура! Ух, ребят, очень-очень-очень хочу успеть. Так, пам-пам. Мне пам, тоже пам. Надо тут ура, это всё делать. Так, тут, получается, вы добудете, сделайте. Ура, фух, успела. Делайте, так, все. По-моему, все правильно прочитал. Так, ну и самое последнее. Так, чтобы завершить, все, ребят, стоп, время вышло. Я последнюю штучку эту накрыл, чтобы все работало, и я готов. Фух, так, это было да. очень сложно. Так, только тут у нас ко такая штука. Ко мне приходи, делай там выживание разное. Хорошо, и... так, главное только спампоинт еще, наверное, не забыть поставить. Так, сейчас я посмотрю все сверху, что это. Так, лечу к Нубику. Погнали, Нубик, откуда подлетать? Друзья, сейчас, секунду, кое-что. Откуда в обычном? Да. Окей. Так, все, ставлю выживание, ставлю спавн-поинт, готов проходить испытание, ждем ли Соуни? Слушайте, а вот тут, конечно, немножко палево мне получается. Леска, тут у нас как бы немножко время уже закончилось. Лисонечка летит. О, Леска, смотрите на небо, смотрите на небо. Пау! Леска, о, все, отспалило. Я не увидела, не увидела, не увидела ничего, честное слово, я на шеде смотрела. Все, спампон ставлю ей. Да, пойдемте. Так. Так, о, циферка 3. Что, первый пройдет, там все узнает. Ты иди, иди, Тарис. О, циферка 3. Ага. Надеюсь, это будет не 1, 2, 3, 4. 2! Ого, ничего себе, мы все ближе и ближе к нашей догадке. 4, Леска, представляешь? 1! Нубик, ты серьезно? Ну это вообще не смешно, честное слово. Вау, Нубик, как придумала такое? Погоди, это все? Лабиринт такой длинный вообще так-то. Слушай, Леска, я 1, надеялся 2, на смекалку хотя бы 4, 3, 2, 1, но даже ее а тут мне кажется, не было. Нубеса... Не, Нубеса просто прикалывает. Нубик, у это... У меня не было времени, я не Нубик, могла у нас взять. У всех не было времени, как бы, не только у тебя. Ну это... Нубик, ты куда-то не знаю, честно скажу, Нубеса. Это... Ну, 2 из 5. Это же нуб. Реально, ну что-то прям... Ну что-то прям вообще такое, ребят, я не знаю.
Пойдем, Леска, меня... к тебе. Так, откуда подлетать? Осторожно. Ну куда? Я не смотрю, я не смотрю. Я, лежу смотрю. По... я лечу пониже. Лежу. Такой звук был, ну я просто сейчас всю идею. Давайте. Да-да-да-да-да. Я смотрю сверху, что делаете. Так, у Лески тут, кстати, ковер почему-то еще. Ага. Некоторые не собьется. Так, тут блока не хватает. Это потому, что мыши прогрызли, вот, из правила. Где-то бьется, так. Где-то нет. Ой, как тяжело-то, Тупик? Не выйдите, голубчики мои. Так, слушай, Нубик, неужели у нее снова невидимый блок где-то? Так, Нубик нет. Подышать выходит. Здесь нет. Так, Нубик, тщательно сканируем все стены. Тактика Лески, метод Лески. Так, а ломать-то можно что-то или нет? Нет, тут вам не надо ничего ломать. Не надо лучше ломать, да. И что тут может быть? Шедом. Леска, серьезно? Просто стенка обычная снова? Нет, вообще не стенка. Да, Леска! Вообще со стеной не связано. Так, сейчас, Нубик, погоди, идейка появилась. Так, что у нас там? Куда ты? Смотрю с улицы, что? Куда? Так в смысле, стоп, а в чем суть лабиринта, если из лабиринта выхода нет нигде? Вы внутри. Куда ты, Нубик, идешь? Уй, нет! Нубик, ты чё? Ну чё? Сделала прикольно, ты мне ломаешь идею. Сирена работает. А, Нубик, смотри. Тут вообще люк находится, оказывается. Прикинь. Я не знаю. Ну чё, секретный люк, чего? Поэтому я сюда вас не пускала, летаете, бегаете. А я, кстати, даже не заметил, так бежал то, что как не обратил внимания. А я тоже не заметила. Так, ну ладно, так, ну теперь пойдемте. Не столько, давайте я вас перемещу лучше, потому что у меня там тоже лучше не палить ничего. Так, короче, ты пешу Нубика. Ё-моё, так. Сюда, и теперь перемещаем Леску. Так, спампоинт, выживание и вперед. А я пока что перейду в режим наблюдать. Да, Нубик, лучше вместе начинайте, не торопитесь. А, Леска, проходи. А, стойте, ребят, стойте. Одну фигнюлину не добавил. Сейчас, секундочку. Давай. А то вы иначе просто застрянете тут в одном месте. Не смотрите пока на меня. Чё, а мы ничего не смотрим. Я вот на Нубика смотрю, мне тут крутится. Все, можете начинать. Передо мной. Давай, Нубик. Погнали. Так, идем, бродим. Так, вот Нубик у нас здесь, Леска здесь. Какой-то так. квест. Один, кстати, Леска, один. Один? Ничего себе. Один, так, я прощупываю, простукиваю стены. Ого, опа! Так, погодите, а у меня тут еще, кажется, косячок один. Капец, я так строил, реально торопился, так, что подождите, пропустил. Это мои вещи, я их не трогаю, так. А чего, куда? А вот еще комната, кстати, какая-то тут есть. Да ё, ребят, погодите, я реально что-то вообще накосячил по-жесткому. Что-то я так торопился, прям. Что там у тебя случилось? Лабиринт построил? Не, вы провожайте, проходите. Вы, наверное, даже не заметите, скорее всего, ничего. Ладно, Шадя, а что случилось-то? Нубик, ты нашла два листочка, да? Да, два. Три уже. Так где-то успевает все, а? Ну, Бес, ты где вообще эту всю вот эту скорость набираешь? 1-7-1. Может быть, так, один, ну, семь, пробуйте. 1-7-1. А, вот я уже была все равно проверена, на всякий случай. 7-1-1. 7-1-1, Нубик. О, Леска получилась, и Леска падает, Нубик, иди скорее к Леске. Нубик, 7-1-1. Вот это поворот, друзья, вот это поворот просто. А тут добычу надо вести, добычу. Да, тут кое-что нужно делать. Давай, Нубеса, давай, ручкой своей, колоти кулачком. Вот это я понимаю испытание. Зачем? Кирочку а сделать надо. Нам выживалку Шейди сделал. Да. Шейди. Так, подожди. Так, ты сделал верстак? Так не делай, я делаю. Да что ты лупишь, а? Вот, Нубик, сейчас я тебе как шалбан дам по лбу, так. Чтоб ты не тратила. Да, тяжело с Нубиком, тяжело на самом деле, действительно. Как лупит, как это самое. Ломать Нубик лабиринты нельзя. У нас все-таки есть какая-то оговоренность. Я не понимаю, почему ты настолько творишь непонятные вещи сегодня. Подожди. Че, Нубик, ерунду делаем? Нам камень нужен с тобой. Кстати, да, еще и камень. Я думаю, что из. Короче, ребят, я не знаю, что-то я прям совсем расклеился полностью. Эх, Шейди, что с тобой? Ты тут нас стрельбасишь, похоже, не то положил. Я не знаю, Нубик, что-то не то со мной. Давай, камень сейчас будем. О, камень появился. Кстати, а почему не сказали то, что уголек добыли? Что-то даже никто не сказал. Я уголек добыла, поставила в печку. Это было такое. Нубик, у нас, по-моему, только на одну кирочку с тобой хватит, да? Так, главное, хватит, ты ломай.
Да, конечно, я, Нубеса. Конечно же. Давай ты добывай железо, а то я все добывала. Неинтересно будет иначе. Ну, давай, 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 давай. Да, да, да. Нубеса, ну-ка. А, работай, Нубика, я посмотрю на тебя работать. Ой, осталось только подождать, пока все приплавится. Леска, да. Подожди, а у тебя палки не осталось случайно? 8 целых, у меня тут еще и доска, и бревно, вообще все зажиточное. Подожди, о май гад! Это что такое? Это завывание Нубика называется. Профессионал песня. Это зевание Нубика какие-то. Может быть, да, реально. Я не знаю, наверное. Ну что, Нубеска, как Кирка поживает? Делается Кирка? Доплавляется. Так. Сейчас Нубик мне еще... Ой, давай, Нубеса. Так, Шидоуни, мы близки. Совместная работа от Лисоуни и Нубоуни. На ваших экранах. Да, давай, Нубеса. Давай. И побежала. Да, я ж тебе ничего не кинула, видит Нубик. Ужас. Бежит туда зачем-то. Вот алмазик нам даже... Ну куда? Ну ключ же был. Зачем дверь ломаешь? Ура! И отлично, поздравляю. В общем, такой лабиринт получился. Чё-то сегодня, конечно, вообще жесть какая-то. Это было нелегко. Вот, так что можете подниматься. Друзья, ну что же, а мы сегодня будем на этом заканчивать. Вот такие у нас сегодня получились лабиринты за 10 секунд, 1 минуту и 5 минут. На связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.